заметил, на некоторых деревьях города нарисованы красные кресты. Кто это сделал и зачем? Недоумевает Денис Криворучко. В настоящее время на территории города Благовещенска проводится санитарная рубка аварийных деревьев, которая расположена вдоль уличной дорожной сети. Поэтому горожане могут видеть, что на старых тополях обозначено условным обозначением красным крестом. То есть данный знак обозначает, что дерево подлежит санитарной рубке. Слышал, сейчас можно учиться на водительские права дистанционно, а в ГИБДД примут экзамен после такого обучения, спросил Иван Кустяк. Да, в соответствии с пунктом 21.4 приказа МВД России от 20 октября 2015 года номер 995 при наличии документа, подтверждающего прохождение обучения по программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующей категории или подкатегории, гражданин имеет право обратиться в подразделение госавтоинспекции для сдачи экзамена. Слышал, что частным пассажироперевозчикам государство выделяет деньги на запчасти. Правда ли это, интересуется Николай Гришин? На запчасти деньги, конечно, никто не получает. На сегодняшний день в соответствии с порядком предоставления субсидий из муниципального образования города Благовещенска у нас предоставляется три субсидии. Первая субсидия – это на возмещение разницы в тарифах. Вторая субсидия – это на возмещение за перевозку пассажиров к местам расположения садовых участков. И третья субсидия – это возмещение расходов, которые не покрыты обеспеченным тарифом. Решила сортировать мусор. Куда обратиться, чтобы во дворе моего дома установили специальные контейнеры? С таким вопросом к нам обратилась Елена Белошейкина. Приобрести контейнера можно в подразделении по санитарной очистке и озеленению ГСТК. За дополнительной информацией обращаться в абонентский отдел по телефону 99 10 16 с 8 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Что означает выражение «подвести под монастырь»? Вопрос фразеологии не дает покоя Владимиру Коровкину. В этом случае мы имеем в виду вынудить человека оказаться в очень неблагоприятном положении, то есть в таком положении, из которого практически невозможно выпутаться. Это касается, например, карточных долгов, это касается бизнеса, это касается, например, каких-то личных взаимоотношений.